прошлой серии я купил себе люганчик, на котором мы устроили гонку, но и завинили 100 тысяч. Далее я купил ламбу с блэкпасса, но я офигел своей максималки. После я решил купить вторую, но меня обманули и подсунули сток. Я забанил кидалу, затинговал эту тачку. Ну а что было дальше, вы узнаете в этой серии. Ну чё, пацаны, дождались? Это 123-я серия пути бомжа Бестика на просторах Black Rush. И кстати, тормози, братуха, если вдруг ты хочешь поиграть в Black Rush вместе со мной, то просто скачивай игру по ссылочке в описании, залетай на сервачок Crimson, после захода вводи промокод хэштег Бестик. Ну и чтоб ты понимал, видяй, вот абсолютно бесплатно получишь скин, бустера, аксессуар, акулу, VIP Gold, ну а также роскошный Rolls-Royce Phantom. И кстати, под прошлой серией вы набрали 1200 лайков, и донатик забирает вот этого челик. Сколько лайков вы соберете на этой серии, столько доната я и разыграю в следующий раз. Залетаем сейчас на Crimson. Ух, ема, очередь 150. О, все, залетели. Появляемся сейчас в гаражике. Сразу вводим Slash Company. Кстати, не так уж и много фур убито, чиним их. Количество сотрудников у нас 150 человек. Но многие челики залетели и просто не работают. Так что сейчас мы просто берем и многих отсюда нафиг кикаем. В итоге осталось у нас 56 человек, нормально. Финочка у нас, конечно, упала. И на самом деле это печально. Я типа закупал новые фуры, думал, у нас поднимется финка, оказывается, фиг там. На компании у нас сейчас лежит 13 лямов, нормально. Складе Фомы почти нету бабок, но это все связано с тем, то, что многие замы берут премки. Ё-моё, загрузил СС-ту, она сломанная. О, вот это починено, нормально. Летим, короче, сейчас к банку. Ема, что тут происходит? Жесть, откуда там столько народу, блин? Так, ну все, долетело до банка. И сейчас нам нужно будет выдать премии Муре. На счете премок у меня вообще бабок нет. Кидаем 1,5 ляма, вводим счет Муры, ну и переводим ему 600 тысяч. Снимаем оставшиеся 900. Также сейчас нам нужно с компании снять все деньги. Так, ну все, все почистую снял. Ну и в итоге балик у нас 14,5 лямов. Да, этого, конечно, мало. Но вы издеваетесь, у меня еще и тачка выгрузилась. Ладно, едем до больницы. Спавним тут X6. Да ема, он тоже сломан. Ну, в принципе, ладно, сейчас забежим в магазик. Закупимся ремками, аптечками. Можно еще лотерейный билетик прикупить. Так, ну все, летим обратно к ЦБшке, чиним бумер, ну и фастиком катим на авторынок. Так, ну все, мы приехали. Блин, я еще в форме ОПГшника. Ладно, что, летим до ОПГ. Так, ну все, мы приехали. Забегаем в ОПГ, переодеваемся, ну и фастиком летим на рынок. Ема, я с кайфом в воду улетел. Ну тут я точно не выйду. Ладно, что, добежим пешочком. Ема, неужели я добежал? Залетаем на высокий. Сейчас я хочу попробовать продать пчелку. В донате она стоит 800 БЦ. Ну и продавать ее буду за 2 кака. Не, ну за 3 минуты я, естественно, нифига не продал, ладно. Так, нам бы сейчас спереть какую-то тачку. Ё-моё, они все закрытые. Опа, на скутер, вот это нам надо. Все, фастиком едем на контейнеры. Просто осталось у нас как бы 5 минут. Ема, он вообще нифига не едет, блин, я надеюсь, мы успеем. Вообще, чтобы вы понимали, какой у нас план на эту серию, я постараюсь 24 часа открывать контейнеры и попытаюсь выбить ГАЗ-69. Да, конечно, шанс выпадения там 0,0,0,0,1 наверное какой-то, но мы все-таки постараемся. А то у нас как бы 14,5 лямов, и навряд ли нам их на весь день хватит. Так, ну все, я подъезжаю. Где-то вот тут спрячем скутер. И чтобы вы понимали, через 10 секунд заспавнятся конты, отлично. Так, все, спавн произошел, ищем Дубай. Так, вот он. Ставим 9,5. Меня перебивают. Ладно, поставим сюда. Ема, не успел этот перебить, вот шакал, блин. Меня и тут, блин, перебили. Окей, ставим 10. Это капец, конкуренция тут просто лютая. Вот этот чувак, видимо, богатый, он тут меня перебивает. А, нет, убежал. Так, ну все, один открывается, и нам выпадает F90. Понятно, минус сколько? Лям 90 тысяч, фигня. Будем параллельно еще на одежду ставить, может, что-то дропнется. Так, вот еще дубайчик. Ставим 9800. Перебили, блин. Ставим 10100. Меня и там перебили. Накидываем тут лям 50. Больше одежды вроде нет, капец. Так, и что нам тут выпадает? АМГ ГТ, нормально, 12150. Ну, это плюс 2 кк, отлично. Ну, хз, возможно, мы их сейчас прострем вот в этом конте. А нет, лям 600, по кайфу. Так, Дубай одежда мне нафиг не нужна. Транспорт Китая тоже. О, вот одежда Германии надо. Накидываем сразу лямчик. Меня перебивают. Ладно, ставим сюда лям 50. Это тоже нужно перебить. Ставим лям 50. Так, Дубай заспавнился. О, транспорт, отлично. Сразу накидываем 10 кк. Да ё
ё-моё, меня перебивают на одежду. Лям 200, ты шо прикалываешься? Тут чуваку Е60 выпало. Ема, Дубай за 11, вы шо? Мой Дубайчик перебили. Ставим лям 200. Там он меня тоже хочет перебить. Окей, перебиваем тут. Мы так и будем с ним туда-сюда, блин, бегать. Ну и чё, он перебивать будет? Нет. Тут выпал ГЛС, я не знаю, сколько он стоит. Мой тоже открылся. Ну нет, только не мотик, ё-моё. А, ну хотя 9 лямов минус 1,3 не так уж и плохо. Ема, Дубай за 9,5 открыли. А, ну хотя выпала Панамера Параша. О, одежда. Ставим лям 50. Еще одежда. Также лям 50 кидаем. И еще одежда. Еще лям 50 ставим. Этот у нас открылся. Нам выпадает скин за 900 тысяч. Минус 150. Тут меня перебили. Ставим лям 150. Так, еще одна одежда открылась. Давай по-братски 2,5 900. Ну, ё-моё. Так, какой-то Дубайчик есть. Тут чуваку мотик выпал. А это одежда, понятно. Так, у нас еще открылась какая-то одежда. Вот это за лям 150, но она обязана окупиться. 702 тысячи. Понимаю. Чуваку из Рашки выпала Гранта. О, одежда. Ставим лям 50. Меня перебивают. Окей, ставим лям 100. Да ё-моё, кто-то уж поставил. Лям 150. О, транспорт Дубая. Ставим десяточку. О, еще одежда. Накидываем лимончик. Мою ставочку перебили. Фиг с ним, поставлю 10500. И тут выпадает лям 570. Отлично. Так, еще одна одежда открылась. 900, минус 100. Чекаем, что у нас выпадет из Дубая. 2, 1. И выпадает, что у нас? Я нифига не вижу. РС-6. Ема, минус 2,4. Какая нормальная. В итоге мы в неплохом таком минусе. Но, пацаны, на это и стоит рассчитывать. Я хз, на чем мне сейчас ехать? Как бы наш скутер выгрузили. Попросил сейчас чувака меня довезти. Он говорит то, что я, падла, его перебивал. И как бы отказался. Понимаю. Так, сейчас попробую такси вызвать. Нифига они не берут заказы, блин, прекрасно. О, меня хочет какой-то тип подвезти. А, нет, закрывает машину. За 5к довези. О, открыл. Куда он уезжает? Ему что, сложно, что ли? Боже, не понимаю таких людей. Тут до Казика, блин, доехать 5 секунд. О, меня согласился довезти какой-то Ярик, отлично. Сейчас не пойму, куда он, блин, поехал? В другую сторону, брат. Ему вообще, что ли, пофиг? Ну, хотя бы до аренды довез, нормально. Летим, короче, сейчас до больницы. Так, загружаем Панамеру. Ну и летим до Казика. Я честно не знаю, что сейчас вообще из этого получится. Возможно, мы просто все свои бабки сольем. А может и поднимем, кто знает. Так, ну все, забегаем в Казик. Сейчас нам нужно найти какой-то столик со ставочками 1100. О, вот, допустим, залетаем. Тут играют 50 в 2. Понятно, крупа клоун. Ема, можно найти какой-нибудь нормальный стол, пожалуйста? Так, вот куда-то залетел. Ема, ставка тут 300 тысяч. Тут вообще, что ли, нормальных столов нет, я не пойму. Не, ну крупа реально гений. Он просто берет, набирает 2 человека и сразу нажимает крутить. Я даже, блин, поставить не успеваю, капец. Так, ну тут вроде по 250 играют. Залетаем в 200 в троих. Не, ну крупа реально гений. Он сразу нажимает кнопку, блин. Проигрываем, понятно. Ставит 400, гений. Не, ну в такую лютую лесенку я точно не буду играть. Тут еще такая проблема, фиг, блин, стол словишь. Меня вообще переподключило, кайф. Ладно, релогаемся. Очередь 59, нормально. Так, ну все, появляемся в гараже. Спавним ламбу, чиним ее. Ну и фастиком летим в Казик. Ема, просто какая она бешеная, ее аж разворачивает. Так, ладно, давайте сейчас фастиком забежим в магазик. Закупаемся ремками, которые у меня закончились. Ну и все, летим в Казик, пока есть время. Так, ну все, мы приехали. Выгружаем ламбу. Ема, меня еще кто-то дэмит, быстрее забегаем нафиг. Фух, хилимся, отлично. Мне лоу хп, блин, было. Так, теперь главное словить какой-то интересный столик. Ого, по 150 играют, нормально. О, сатенчик ставим. Играем в четверых. Проигрываем. Кидаем 150. В троих, ну такое. Опять проигрываем, да что за бред. Еще ставим 150. Играем в четверых. Забираем, неужели. Кидаем еще 150. Играем в 4. Проигрываем. Ладно, ставим 200. Играем в троих. Проигрываем. Да шо ж это такое? Так, залетаем 500 в 4, пофиг. А, один сыканул, вышел, понимаю. Проигрываем, да ё-моё. Ну, такое себе. Так, залетаем в 350. Ну, сейчас-то должен забрать. О, вин, отлично. Сейчас, короче, скринимся с подписчиком. Ну и пора уже лететь на контейнеры. Прыгаем, короче, в сесту. Ну и быстренько летим. Ема, просто какая она бешеная, капец, я постоянно с нее удивляюсь. Так, ну все, приехали мы на контейнеры. Ну и ждать нам еще 4 минуты. Так, ну все, контейнеры заспавнились. О, Дубайчик. Накидываем 9300. Я надеюсь, то, что нас никто не перебьет. А, нет, перебивают. Ставим 9700. Не, ну мы его как бы обязаны забрать. Так,
Так, и что нам выпадает? ГЛС. Ну, это лютый слив на 1.5 ляма, ё-моё. Ставим 9400. И что, меня даже перебивать, что ли, не будут? А реально, за 9400 открываем, и выпадает опять ГЛС. Да вы издеваетесь. Ладно, пойдем дальше одежду открывать. Там что-то офигеть пишут, что тут чуваку выпало. Ничего себе, Феррари нормальная. Что за фигня, где вся одежда, блин? О, еще дубайчик заспавнился. Ставим 9400. Меня перебивают. Ставим 9800. Но, блин, это какое-то невезучее место. Нам пора, что тут выпадало. И что нам выпадает? Мотоцикл, ну ты издеваешься, блин. Минус 800к. О, дубайчик. Ставим 10 лямов. Тут вообще, блин, 9500 ставка. Не, ну чекайте, сейчас по-любому ГАЗ-69 выпадет. И что нам выпадает? Ну какой Range Rover, нафиг, минус лям. Так, чекнем, что тут типа выпадет. ГЛС, понимаю. О, вот и одежда. Накидываем сразу миллион. Меня перебивают, да что же это такое? Так, тут чуваку тоже ГЛС выпадает. Ема, какой фиговый дроп. Так, перебиваем на лям 50. Опять перебивают, да вы издеваетесь. О, одежда. Ставим лям 50. Вот еще одежда. Еще накидываем лям 50. О, один открылся. Так, и что нам тут выпало? 702, понятно. Чекаем, что у нас тут 900. Они меня сейчас чисто решили слить, блин. Ладно, перебиваем еще одежду. Тут столько дубаев, капец. Ставим еще на одежду. Меня перебивают. Ставим лям 100. Там тоже перебили. Окей, лям 150. О, еще одежда. Лям 70. Так, одна у нас открылась. Вторая открылась. Чекаем, что у нас тут. 900 минус 200. Чекаем вот этот. 700. Да что за фигня, алло. Тут меня перебили, блин, я даже не заметил. Не, ну мы просрали где-то 3-4 миллиона, капец. Так, ладно, прыгаем в Сесту. Ну и летим до Казика. Так, ну все, пригнали мы в Казик. Чиним машину, берем броник, выгружаем ее. Ну и бежим играть. Не, ну нам по-любому сейчас нужно поднять, чтобы дубайчики пооткрывать. Ема, почему так сложно стол словить? Ну что за беспредел? О, неужели залетел нормальный столик? Ставим 150, играем в пятерых нормально. Проигрываем. Еще ставим 150. Опять в пятерых. Забираем, хорошо. Еще 150 накидываем. Проигрываем. Накидываем 200. Играем в четверых. Проигрываем. Ставим 150. Так, дверь с ноги, как говорится, забрал нормально. Накидываем сатенчик. Опять забираем, хорошо. Блин, сотку не успел поставить. Ладно, сейчас накидываем. 3, ну такое себе. Хотя забираем нормально. Еще крупа нифига не слушает. Прошу 200, он 100 ставит. Да ё-моё, ну нафига он постоянно по сотке крутит? Чё-то мне кажется, нам лучше столик поменять. Так, залетаем в 500. Да, это, конечно, опасно. И мы проигрываем. Да чё за бред? У чувака 7 очков выпало. Ема, ну мой балик просто прекрасный. Еще ставим 200. Так, в троих. Забираем, отлично. Кидаем 150. Опять забрал, кайф. Ставим 150. Да ема, опять в двоих. Забираем, хорошо. Так, ну ладно, по времени нам уже пора ехать на контейнеры. Спавним СС-100. Собрали мы всех фиксиков. Ну и все, поехали на конты. Так, ну все, мы пригнали. Выгружаем ламбу. Ну и ждем теперь спавна. Я не знаю, сейчас попробуем на одежде поднять. Просто Дубая по-любому открыть не смогу. О, бронзовая рулеточка. Чего, блин, у меня кейсы залагали. Че происходит? Походу, мне нужно фастом релогнуться. У меня все нафиг залагало. Так, появляемся на последнем месте. И конты уже заспавнились. Отлично. Так какая сим-карта, блин? Так, одежда. Да ё-моё, не успеваю. О, одежда. Ставим 950. Вот еще одна. Ставим также. Так, один у нас уже открылся. Вот еще одежда. Также ставим. Из этой нам выпадает 1.6 по кайфу. Из этого 900. Ну ладно. Так, мне интересно, что типу из Дубая выпадет. Ема, X7 нормально. Так, что у нас в этой одежде? Лям 140, хорошо. Ставим еще на одну одежду. Бежим еще искать. Так, все, накидываем. Транспорт мне не нужен. О, еще одежда. Странно то, что ее никто не ловит. Ставим. О, еще заспавнилась. Съедаем. Так, одна у меня открылась. У нас тут выпадает 900. Ну, в принципе, слив на 50 тысяч. Так, что у нас тут? Лям 600. Хорошо. Сразу чекаем, что тут выпало. Лям 300. Да ну нафиг. Так, вот еще один наш. Опять лям 600. Чего, блин? Так, еще одежда. Накидываем. О, дубайчик. Но, блин, у меня сейчас не хватает на него. Фастом ищем еще одежду. Вот, допустим. Ставим 950. Меня перебили, блин. Ставим лям 50. Так, один я открыл. Что выпадает? 900. Ну, нормально. Чуваку Range Rover выпал. Так, что выпало тут? Нифига не видно. Странно. Так, открыли мы еще одежду. Но тут должно прям говно говном выпасть. 193. Да.
Да, я чувствовал. О, еще одежда. Ставим 950. Дубай одежда. Еще Дубай. Еще Дубай. Только это транспорт. Так, давайте. Нам нужно по-любому скупить всю одежду. Транспорт, блин. Одежда России. Это полный шлак. О, вот одежда. Накидываем. Тут чуваки транспорт открывают. Камри, это окуп. Так, одежда у нас открылась. 193 опять. Да ты издеваешься, блин. Ничего страшного. Сейчас еще окупимся. Так, чекаем, что у нас тут. Лям 600. Хорошо. Что за фигня, блин? Вообще одежды больше нет. А, нет, вот есть. Накидываем. Так, открылся. И нам выпадает опять 193. Ну, что за издевательство? Тут чуваки вон Дубай одежду открывают. Ну, ё-моё. Хотя, чтобы вы понимали, раньше ее никто нифига не открывал, потому что она давала какой-то шлак. Я, конечно, уже почти за 10 кака в вин ушел, но конты решили меня слить. Ладно, спавним сесту. Так, ну все, мы пригнали. Как говорится, не повезло контах, повезет в казино. Так, ищем сейчас себе столик. Ема, тут просто фул, все забито. Офигеть, сколько народу. А, ну понимаю, я еще и соединение потерял. Ладно, релогаемся во фракцию. Бежим к аренде скутера. Арендуем. Ну и снова летим в казик. Так, главное, чтобы сейчас админы по башке не дали. Но если что, пацаны, это все шиномонтаж, жопа фот, вот это вот вся фигня, вы ничего не видели. Фух, ну вроде без проблем доехали. Ладно, все, полетели в казик. О, забрал, отлично. Ладно, ставим 400. Крутим вдвоих, но я сейчас должен забрать. Не, нифига, проиграл. Не, ну в X2, пацаны, я точно играть не хочу. Сейчас попробуем другой столик найти. А, тут уже в X3 играют, нормально, залетаем. Ема, даже в пятерых. Так, все, полетели в 4. Забрал, отлично. Так, 50 ставим, окей. Проиграли. Так, накидываем 200. Проигрываем. Так, ставим 270. Не, ну сейчас обязан забрать 100%. Да ё-моё, какой ероха. Ладно, еще ставим 200. Опять проиграл. Так, ставим 300. Ема, в пятерых. Забрал, отлично. Кидаем чайку крупье. Ну и, пожалуй, едем на контейнеры. Так-то мы подняли ляма 2,5, прям хорошо. Спавним, короче, сесту. И что-то мне кажется, то, что сейчас контов нифига нет, хотя мне пацаны сказали, типа, сейчас будет последний спаун контейнеров, посмотрим. А, ну вот в чате высветило, что будут конты, отлично. Так, ну все, мы пригнали. Ждать нам нужно 9 минут. Ну, вы, наверное, понимаете то, что я заранее убежал с казино для того, чтобы не слить эти бабки. Так, ну все, остается 30 секунд. Так, все, заспавнились. Тут одежда Дубай, какая-то одежда Рашки нафиг не нужная. Сразу ищем Дубай транспорт. Тут одежда. Перебиваем одежду. Ема, какие же дебильные конты заспавнились. Чуваку из Рашки приора выпало, ну вроде окуп. Так, контейнер открывается, и нам выпадает 877, фигня. Ема, какие парашные контейнеры, капец. Ема, да что за транспорт Германии, можно нормальные контейнеры? Чуваку Е60 выпало, фигово. Так, тут что-то должно заспавниться. О, Дубай, транспорт нормально. Накидываем 9200. Тут одежда, блин, меня перебивают. Ставим 9500. Так, ну все, открываем, и нам выпадает Range Rover, понял. Минус 500к. На одежду я поставить не успел. Ладно, ставим на эту. Меня перебили. Накидываем лям 50. Тут Дубайчик открывают. О, еще одежда. Ставим лимончик. Чекаем, что выпало тут. Лям 600. Хорошо. Я не увидел, что тут выпало. Печально. Поставим 250 на Рашку. Так, что у нас тут дропнулось? 614. Понимаю. Меня тут перебили. Опа, на одежда. Ставим лям 50. Слэш FLIP ID. Ставим еще лям 50. Так, этот открыли. Лям 230. Нормально. Что тут из Дубайчика выпало? АМГ. Ну, вроде бы это окуп 1000 на 300. О, одежда. Накидываем лям 50. Чекаем, что у нас выпало тут. Лям 600. Хорошо. Чуваку СТС-ки выпало Е60. Такое. Так, открыли. Лям 600. Хорошо. Перебиваем Дубай. Меня перебили. Ставим 9900. Так, ну вроде бы никто не перебивает. Так, открылся. Ну-ка, смотрим, что они скажут. Ой-ой-ой. А что там? Понял. 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 Ема, еще Дубайчик, на который я не могу бабки поставить. Если бы я сейчас не открывал Дубай, я был бы в плюсе, но, пацаны, такова судьба. Второй раз в жизни попробую поставить на Дубай одежду. 4450. Вроде бы тут может выпасть окуп в 1,5 миллиона. Это, конечно, нерационально, потому что я могу слить больше, но мы его открыли. Выпадает нам скин за 4 кака, минус 450. Да, конечно, фиговый спавн был. Так, ну ладно, прыгаем в сесту. Ладно, что, прыгаем
в тачку. Слили мы в итоге 1,5 миллиона, но, пацаны, это не так уж и много. Так, ну все, мы приехали, ну нафига меня подрезают, алло. Ладно, все, залетаем в казик. Ну и сейчас будем играть по-лютому. Так, накидываем сразу 650. Проигрываем, понятно. Залетаем 1 000 000 в четверых, ема. Я хз, что сейчас будет? Да ё-моё, слил. Хотя шансы как бы были. Так, ставим 300. Вдвоих, ладно. Проигрываем, да ё-моё. Ладно, ставим сатен. Вдвоих, вы серьезно? Ну, его я по-любому заберу. Ну, в принципе, да. На большие ставки не везет, а на маленькие, конечно же, везет. Так, залетаем 180. Забираем, хорошо. Мне сейчас предлагают купить вот этот скин Моргена. За 1 000 000, типа. Так, все, кидаем трейдик. Закидываем 1 000 000. Она ставит скин Моргена. Ну и все, обмениваемся. И матерь молодой уже богатый. Блин, ну я хз, балл 9,8. Типа этого навряд ли хватит на контейнеры. Закидываем 200 тысяч. Не, ну вдвоих я не буду. Тут 1 000 000 играют. Тоже. Блин, еще бы сейчас нормальный стол какой-то найти. Так, залетаем 250 тысяч. Вдвоих, понимаю. Забираем, хорошо. Залетаем еще в 250. Ух, ема, в троих. Проигрываем. Да ё-моё, у меня опять казик забагался. Не, ну так-то, по сути, бабки за скин я отбил. И мне кажется, пацаны, заигрываться не стоит. Короче, настал у нас уже следующий день. Время 21:18. То есть через 12 минут уже будет спавн контейнеров. Прыгаем, короче, в сесту. Ну и фастом летим на конты. Сразу в чате Фомы суета началась, понимаю. Так, по пути закупаемся ремками. Мне их как раз не было, отлично. Чего, блин, какая потеря соединения? Не, нам главное сейчас конты как бы не просрать. Ема, так ищи очередь 150, давай быстрее двигайся. Так, ну все, залетели. Спавнимся в гаражике. Ну и фастом летим на контейнеры. Я специально не спавнился на месте выхода, потому что ламбу могло спокойно выгрузить. Я просто залетал минут 6. Выжимаем, короче, все соки из ламборгуни. И нет. Так, хорошо. Сейчас бы еще ограждение как-то перелететь, но ё-моё. Фух, получилось отлично. Да ё-моё, что тут происходит? У нас, блин, минута остается. Ну да, еще какие-то типы подрезают, конечно. Ема, ну неужели мы приехали? Выгружаем ламбу. Ну и бежим лутать контейнеры. О, одежда. Ставим лям 50. Эту не, на эту не успел поставить. Тут транспорт, вот одежда. Лям 50. Вот еще. Лям 50. Блин, дубайчик у меня на него не хватает. Так, один у нас открылся. Что нам тут выпадает? 900 тысяч минус 150, понимаю. Так, открывается еще один. Да какие 614? Ну, давай тут нормальный окуп. Лям 140, нормально. Так, тут Дубай открывают. Ставим 9500. Меня назвали клоуном. А что такого, блин? Не, ну отсюда по-любому сейчас ГАЗ-69 выпадет. Момент истины, нам выпадает Range Rover. Понимаю. Минус 555к. Фиг с ним, накидываем на одежду. Еще на одежду. Ема, как много транспорта за 2к, капец. 877 тысяч. Это вообще лютый не окуп. Вот еще один открылся. И тут нам выпадает, да какие 614. Ладно, еще на одежду ставим. Вот еще одежда. Ставим лям 50. Я удивлен с того, что меня даже никто не перебивает, блин. Так, ладно, открываем еще одежду. Ну какие 600. Мне кажется, оно сейчас нас на постоянке будет сливать. Открываем этот. 702, ну в принципе, да. У нас уже балик, блин, 8к. Так, вот еще одежда. Будем ставить по лямчику. Чуваку из Рашки Гранта выпало, нормально. Дубай одежда. Ладно, открываем этот. 877. Хотя бы один, блин, окупный будет. Чувакам вон камри всякие дропают. Вообще какой-то фиговый лут. Так, чекаем, что чуваку из Дубайчика выпадет. Мотик, ну такое себе. Так, ну ладно, полетели в казик. Сейчас чисто фастом на лямчике будем залетать. Так, ну все, мы приехали. Выгружаем ламбу, залетаем в каз, ну и ищем подходящий столик. Нашел я 1 000 000, но тут нифига никто не играет. Ема, просто все столы, блин, заняты. Так, залетело в 350, ставим. Играем в троих, забираю, хорошо. О, залетаем в лямчик. В четверых, нормально. Забрал, да ну нафиг. Ладно, еще ставим лям, играем в четверых. Опять забрал, да чё за фигня? Не, пацаны, с таким баликом я точно должен свалить, я и так 10 лямов, блин, сделал. Ема, сколько тут народу налетело, жесть. Сейчас сразу будем дубайчик ловить. Но вот тут по-любому должны заспавниться. Так, тут нифига нет. Ладно, ставим лимон на одежду. О, вот дубайчик. Накидываем 9500. Меня перебили. Окей, десятку ставим. Он опять перебивает, понимаю. Ладно, 10300. О, одежда. Лям 50 накидываем. Эта одежда у нас открылась. И нам в
выпадает скин за 614, капец. Так открывается дубайчик и дропается, да ну нафиг. Я если не ошибаюсь, она вроде 18 лямов стоит. Так, сколько ее продать тут можно? 15 лямов 500, ошалеть. Продаем нафиг. Так открылась у нас одежда, 877, фигня. А, ну понимаю, торги за контейнеры закончились, прекрасно. Я сейчас просто в шоке с того, то что мы слили балик почти в ноль и сейчас подняли 16 лямов 200, даже больше. Я на банке дал миллион, также скин покупал. То есть мы в плюсе где-то на 5 кака, шалеть.